Сделать двор, в котором мы живем, более красивым и комфортным. Роль Совета в управлении многоквартирного дома. Какие проекты по благоустройству реализуются на территории Ленинского района и взаимодействие администрации с управляющей компанией района. На эти другие вопросы ответят гости программы Елена Бондаренко, глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара, и Евгений Фокин, председатель многоквартирного дома по улице Осипенко, 142. Смотрите нас в эфире телеканала «Самара ГИС» в четверг, 18 ноября, в 20:30.